Когда я ехал сюда, я виолончель не взял. Потому что я думал, что если я найду свою смерть под колесами танков, лучше это сделать без виолончели. Поэтому я ехал сюда, очень волнуюсь. И сейчас я нахожусь в этом здании ровно 21 час. Вы пришли сюда, когда все ждали штурма. Вы сделали это специально? Да. Ну, я поехал, в общем, моя семья не знала, что я еду сюда. Я сказал, что мне нужно выйти по делам, зайти в банк в Париже. Сам сел на такси, поехал на дом, взял билет и поехал сюда без визы. Но когда пришел здесь на границу, они сказали, что у вас нет визы. Я поехал на конгресс соотечественников, хотя я не имел никакого намерения. И сразу с аэродрома пришел сюда. И вот я здесь уже в этом белом доме нахожусь. Сейчас вот я говорю точно 21 час. Я очень счастлив, потому что я чувствую, как вот сейчас переломились эти события, переламывают эти события на глазах. Но еще больше я счастлив, потому что я провел много времени в самом здании и несколько часов просто разговаривал с молодыми людьми. Вы знаете, какое наслаждение было видеть вот эти лица молодых людей, которые готовы были сопротивляться и готовы были бороться за то, чтобы эту робкую демократию, появляющуюся у нас, сохранить. Для того, чтобы дать возможность жить как людям, с гордостью и честью нашему великому народу.